Вот. Ау! Ау! Что происходит? Нормально. Шмятку. Пацаны! Грузовичок Лёва. Ахайо, агаймаса. Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон и Слеперон, и ёб твою мать, я тебя что-то не видел давно. Йоу, это Алена сейчас с нами, да. Что-то ты какой-то, ну, так себе. А мне ты запрещаешь так ходить, между прочим. Потому что он купидон ему может. Сука. Вот, так, мы тут, ребята, пробили два грузовичка. Такие, знаете, детские, вот, покататься чисто. Ну, вы не смотрите на окружение, здесь чисто вот, ну, как-то... На трупы? Ну, просто, ну, мы легально добыли грузовики. Вот, значит, и сегодня мы будем веселиться, просто банально ехать веселиться. А что именно мы будем делать конкретнее, да, надо значит, нажимаю escape. Видите, тут обалденное шоссе вокруг всего Лос-Сантоса, Сан-Андреаса, да, вот это. Мы сделаем тупо круг. Ехать мы будем, скорее всего, по встречечке, да? А у нас еще тут подписчики рядом. Ну что, поехали веселиться. То есть это будет симулятор Евротрек симулятора. Да, это будет Евротрек. Смотри, просто все эти. Все заборы собрал. Все заборы забираем на металлолом. Просто знаешь, как вот у нас наркоманы по подъездам шарахаются и забирают. Из подъездов заборы забирают, но суровые подъезды с суровыми наркоманами. Ой, так, пардон. У меня-то уже, наверное, скоро задымится. Задымится? Да ты мне это не дыми сильно-то. Так, у меня в этой фуре вообще, не знаю, цыплята бройлерные, там этот... Цыплята? Chicken Bell. Куриные колокольчики. Chicken Bells, Chicken Bells, Chicken Bells. На-на-на. Chicken Bells, не знаю, что это значит, но Chicken Bells, это покруче. Давай, давай. А так ты давай тоже вон, выезжай наперед, то будем вдвоем разносить в две эти. У тебя-то фура-то, у тебя-то побольше кинетической энергии. А еще обалдеешь? Мне кажется, что здесь это не работает, механика. Так. Кирюх такой, объезжает аккуратненько. Такой, о, простите, извините. Да мне просто надо скорость набрать. Набирай. Если найдем другую фуру... А, у меня с колесами что-то. С колесами? Да, со склерозом. Слушай, по-моему, твоя машина уже... Слушай, а чё, почему она... Вроде колёса-то нормально, а что-то у неё это... Что-то у неё не все в порядке. Фига, смотри, лол, фига, да там сколько вспышек было от тебя. По-моему, она у тебя как-то вообще изогнута, хрен пойми, у неё... Так я говорю, ну, ромб. О! Надо тебе ускорение придавать, я думаю, после каждого. Это всё по кайфу. По кайфу. Надо тебе другую фуру найти, по-хорошему. С одной стороны. Новенькую, но... Давай, ой, смотри, давай, знаешь, что сделаем? Вот я тебе отдам просто-напросто вот этот вот прицеп Chicken Bell. А как ты его отдашь? А я вот просто отцеплю его вот так вот. Все, теперь цепляй ты. Это сразу легче стало. Цепляется, да? Должно. И вот у тебя кинетическое... Еще назад. Стой, Лёва, стой. А он это не может? Погоди, он должен... Да, вот. Ладно, давай я тебе его... Знаешь, это как помогать ботинок надевать. Давай еще разок. Так, давай. И оп. Опа. Так. И... Ну давай. Погоди. Вот. Опа. О! Сел. Я первый раз фуру одел. Классно. И как ощущение? Не знаешь, по размерчику. Так, нам надо на встречку выехать. Чё? Да. А, ну там ладно. Есть, да. Там, а, есть? Да. Давай я тебе помогу. Нет, не помню. Я ее однако раз сцепил. Ну ладно, сейчас. Погоди. Господи, это просто такие, знаешь, лентяйки. Две большие, гигантские, неловкие пацаны. Фига, он вообще типа проехал. Так, давай, цепляй. Оп, поехали. Не хочу менять его машину, но мы этим сейчас заниматься только и будем. Нет, не переверни нас, пожалуйста. У меня машина похожа как-то на Терминатор. Да, я только хотел сказать, типа, терминаторская хрень. Только там вряд ли была фура с Chicken Bell. Chicken Bell, мы. Он, хаммеры. Надо бы с горочки. Хаммер меня тренит. Да, он так-то. Рысь. Герц. Там по-любому была семья в этой машине. Ну, если их там нет, то... Да что ты, фура? Короче, без фуры она какая-то без галимая. Фурненная, знаешь, как форменная.
Бесфурменная. Ну окей, ладно, поехали. Ну, какие-то вы два теперь неполноценные без этой штуки. Я вон вообще неполноценный, смотри, куда поехал. Ну, это по-другому называется, сам. Что там с развитием связано? Неполноценное развитие. Лишняя хромосомка. Капец, мы так долго будем круг ехать, я тебе говорю, блин. Да, главное, чтобы машина выжила за этот круг. Это точно. Можно другую будет подобрать в процессе. Покинь, не будет другой. Нам пешком придется идти. Какая ты их таранишь, там такие вспышечки просто вот. Вспышечки? Так у тебя не меньше. Надо на самом деле разогнаться, на скорости они забавнее отлетают. И надо бить, знаешь, вот так вот под углом. Бачок, но. Я уже там целая у меня это формула, как это делается. Сейчас надо разогнаться. Блин, почему хаммеры? Почему не легковые какие-нибудь мелкие мотоциклы, блин, допустим? Так. Я пропускаю у кого-то, а ты не пропускаешь. А, да, а я их это добиваю. Да мы на немецком сервере. На немецком? Да, почему ребят, на немецком? Ну, на немецком ребята общаются. Ну, Алена просто чуть он этих ребят. О, да. Любит их контент. О, нифига. Нифига, там сальто. Нифига, мне просто, понимаешь, сзади прилетела откуда-то машина. Давай, опа. Опа, нама. Меня аж остановило. Капец, у меня машина уже, знаешь, чисто. А у тебя-то она помощнее, у меня там что-то слабенько как-то тянет. Трюфельная колбаса, блин, у меня. Ты колбаса трюфельная. Ай, блин. Чувак просто впереди едет, думаешь, господи, что происходит, блин? Пикачу. Зачем они это делают, блин? Мы тут лепкой занимаемся. Holy lep. Я советую тебе большие машины. Воу-воу-воу. А, это, я думаю, ракета уже полетела. А, не, это вот чисто вот освещение. Но... Сейчас рассвет будет, все нормально. Все... Оп, спасибо. Чтобы не терял энергию. Как пес не говорит, вот друг друга надо так это... О, вот, люблю, знаешь, вот самое шоссе, где можно выкинуть какой-нибудь за пределы мостика. Ага. Вот только не хаммера, вот почему хаммера, сука, это ж хаммера, они такие, падла. Хаммеры. Камера. Воу, видел, как вынесло. Красота. Фига. Выносит, они как мячики. Мячики. Давай, Галина Васильевна, блин. Галина Васильевна. Развлекаемся. Мать Петровна. Маньяки. Что ж вы делаете-то, ироды? Господи, боже мой. У меня немного это, не туда. Сейчас, погоди. На ровность надо выехать. Капец, у меня один движок остался. Привет. Привет. Привет, Андрей. Ту-ду-дун. Так, подожди, а куда ехать? А, ну прямо едем, да. Вроде. А куда едем? Канст ин Мухере. Мухере? Канст. Ин Аунст ин Канст ин Мухере. Понятно. Немецкий тоже же. Тоже решили объяснить. Да? Для себя прелесть немецкого языка. Очень красивый язык, на самом деле. Ну как сказать. Нам был даже... недавно в Германии. Да? Чё ты не делал? Ну, чё-нибудь. Так, красненькие машины, быстрые самые, так. У тебя тоже красная машина. Ну, у меня, да, она такая кровавая. Кровавая. О, сейчас смотри, надо будет это выталкивать прямо вот нахрен. Кажется, дождь собирается. Чувак! Чувак! Ей! Yeah, girl! Yeah, girl! О, нифига, у меня хаммер забагался, он просто задривен. За пределами у меня стоит все и сейчас. Лол. Да, он, короче, у меня там косяк был. Возможно, у меня он нормально. Да, да, мне тоже нормально. Показывался. О, я же, блин, особый под наркотиками там. Надо в натуре найти какое-нибудь шоссе там, где это. Вот такой вот мостик, это где-то в центре. Да, да. Сейчас надо разогнаться немножко. Вот-вот-вот. Едем-едем-едем и... По Байкальске где-то там. Опа! Идзаун Либин! Давай-давай! Оп-оп! Немецкие просто шаферы, шоферы в смысле. Да это шафл какой-то. Шафл делаем. Между прочим, в Германии... А давай, знаешь, как замутим? Что? Короче, вместе поедем и... Ну, типа ты справа, я слева, да? И... Вот так вот зажмем одну машину. А, и типа... По скорости. Да-да-да, давай. Только надо так, чтобы это так... Скорость одинаковая. Деликатненько, но... Так, а
Нормально. Шмятку. 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 А кто там что говорил про Германию? Приличные люди там живут. Приличные? Да, конечно. Да, знаю. Смотри, как по правилам все ездят, только вы тут покой нарушаете. Так, а тут же не Германия. Так тут люди германские. Просто я думаю, что мы уже опоздали, все обратно едут. Но из Германии. Из Германии. Убегают. Сколько людей у нас из Германии. Помоги. Давай еще раз такую же. Давай, давай, такую же связочку чисто. Так, так. Так, 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 объехать. Почти, почти, так. Нифига ты улетел. Вот, давай, вот, вот. Вот, давай, я тебя догнать. Holy motherfucking shit, nigga. Дождаться. Давай, так. Да господи, какие же они такие сладенькие, ни одну пропустить не могу, вот. Они сами, понимаешь, на меня кидаются, блин. Надо пошире. Машины на шоссе. Дикие падла. О, мне опыт добавился. Так, на тебе инерции нет, не дал. Не тому дал. Просто волшебный пендаль. Бог дал, бог взял. Так, вот можно было бы вот это. Нет, не это. Ни туды, ни сюды, ни в красную армию. Во-во, зажимаем двоих. Двоих, да. Пацаны! Что-то красненькую, красненькую давай. Конкретную пробку оформили. Да, да. Оформатив. Чё, красненькую это? Проустроить тут Walking Dead. Красненькую. Да блин, тут они стали паровозиком. Я вообще уже по головам поехал. Поехали, чё. Выходите из машины. С дороги! Ой, я застрял что-то. Да, сильно? Давай я вернусь, я помогу. Я уже вот он. Вернулся, помог. Вот он здесь. Желтый хаммер. Классик. Классика. Это у тебя ее так разворачивают уже, что ли, саму по себе? Или ты... Ну я повернул так просто. Давай сейчас какую-нибудь зажмем. Давай вот эту беленькую, давай. Да блин, почему ты когда зажимаешь? Я уже не подъезжаю к ней. Вот красненькую давай. Оп, оп. Ну, почти. Нет, будем как это, щипчики. Давай щипчики. О, оп. Оп, да. Кусачки, блин. Кусачки. Это так мило, да, по соотношению вот того, что мы делаем. Да, кусачки. Ничего ни хрена не мило. О, я из машины что-то вышел. Людей убиваете. Че я вышел из машины? Че ты вышел? Давай, Алена, смена... Нет, я не хочу. Хочешь? У меня тачка дымится. Не хочу. Нифига, мне просто видели, Артём в жопу дал. По головам просто вот. Да. Эх, жаль, нельзя подпрыгивать. Эхма, эхма, давай наяривай. Ой, ой, нет, нет. Широкую на широкую. Широкую на широкую. Нет, я буду нормальный. Кусачки давай. Ау, ау. Что происходит? О, давай это, футбол. Передавай. Слишком сложно. Передавайте за шлес, пожалуйста. С вас 10.50. 10.50 за что? За проезд. Вот это надо брать. Вот это я сейчас возьму. Пока горяченькое, надо брать. Бери пока, да, все. Все, ништяк. Я уже взял, я уже взял. А, да? Да, я уже. Садись обратно. Так, а что-то... Что я... Эй, что? Лоу. Ну-ка, обратно, блин, залез. Ты уже трупик пинаешь там. Это труп, тука, он с собакой. Килограмм весит. Кто там шмаляется? Ну вот, блин, аутисты подтянулись. Эй, это что такое? Нет, меня убили. Немцы стреляют. Я убил его, все. Красава. А, он автобус, ну, зато горяченький. Да, блин, аутисты понабежали. Он защищал автобус? Так, ну-ка, садись. Он защищал автобус, но может это веселый волшебный автобус? Да-да-да, школьный. Школьный волшебный веселый. Ага, с Амстердама. Веселый волшебный автобус. Ага. Блин, вот видят люди, развлекаются, нет, чтобы присоединиться, они, блин, взрывать. Мешают развлекаться. Да, вот, знаешь, пена изо рта, кто не знает, как играть, я хочу взрывать. О, на, твоя остановка. Просто вот, блин, идите нахер. Так, вот еще автобус, это надвижение. Вот я тебе говорю, остановка. Он уехал. Что? Хочешь покататься на автобусе или мы порозим? Интересно, а я смогу сесть? Да, садись. Ты можешь. Садись. Или я. О, круто!
Пошел вон отсюда, блин, из лобового стекла. Подожди, так там Пикачу какой-то сидит или кто там? Там... Это Пикачу подписчик. Это один там подписчик, а один... А где он? Я его не вижу. Аутищик. Он со мной сидит? Или ты со мной сидишь? Сиди, Нэнси, я не знаю. Мы в автобусе. А, вы оба в автобусе? Да. А, значит, со мной Пикачу сидит. А, понятно. Так. Я думал, это ты, Лёва. Сейчас мы развернемся немножко. Блин, за нами копы, надо позвонить, короче, Лестеру. Спросить, можно купить вместе? Прибавится? Ну. А вдруг его загонят? Damn, son. Ну-ка, а как Лестера зовут? Посмотри от первого лица, как ты сидишь в автобусе. А, так, сейчас. Чисто вот. Прикольно. Прикольно. Где кондуктор? Будешь кондуктором? Буду. Деньги давай. Так, а вы где? Я там водитель. Доходу. Мы едем, мы к тебе не приезжай. Контакты. Кому звонить-то надо? Это ты нахрен! Надо, а вот вижу. Лестера. Лестера? Да, я тоже сейчас попробую вызвать Лестера. Лестер, помоги! Тут это много лишнего. Что именно сейчас тебе нужно? Две колбаски. Избавиться от проникновения две колбаски. Изучастная полиция. Понизить уровень розыска. О, сегодня скидочки на понижение уровня розыска. Я не могу, мне недоступно почему-то. Блин, мне же тоже надо. У меня зависло вот это левое окошко, я ничего сделать не могу. А, транзакция в обработке, понятно. До свидания. Так, а кто на автобусе? Вот наверх на шасси, это я. А, это ты. Чисто вот как M&M's красный. Да-да-да. Только у меня оранжевый. Давай вот налево надо было. Налево, давай поехали налево. Никто не хочет к нам. Капец, у меня до сих пор транзакция в обработке, понимаешь? Меня уже посадят, блин, пока я... Транзакция. Кто ж тебя посадит, ты ж памятник. В натуре. Ну что посадит? Он же памятник. Это... Надо попасть. Ошибся, наверное. Есть что же? Ну поехали, пофиг. По узким тропингам. Поехали. У меня Лестер говорит, кто-нибудь там, говорит, живой есть? Мне звонок от... Кстати, у меня что-то тоже какая-то транзакция в обработке. А, у меня ничего. Так, нам куда? Нам туда? Поехали туда. Да, давай. По-серьезному решил уехать. Куда ты едешь? Я. А что за фиолетовый черепок на карте? О, нет, серьезно. Так, а кто едет на твоей фуре вообще? Смотри, что я делаю. Я коп едет! Слушай, там какой-то нигер забрал твой коп этот. Твою фуру. И на ней едет. Ты застрял, что ли? Жаль, да, мне надо подтолкнуть как-нибудь. Сейчас подтолкну. С другой стороны, да. Подожди, тут копы под ноги. Ты задом бы сдал его, подтолкнул бы его задом в зад. И все нормально. Задом в зад. Пакнул, жопой к жопе, давай. Давай. Нет, я не хочу. Блин, бегом, меня сейчас убьют. Да, вот так вот, да, прикрой себя. Опа, полетел. Все, кайф, едем дальше. Выжить, выжить любой ценой. Там копы летят на вертолетах. Ехаем, давай. А, что, налево, налево, давай налево. Налево, давай, налево, да. Какого хрена? Нам надо было прямо просто ехать. Опа. Да, вы решили налево. Да давай по левосторонней лучше поедем. Блин, стал бы. А я как бы чуть не умер. Фига, вот у него вообще кинетическая энергия. Вот. О, да смотри, какая прелесть едет. И еще. И много-много еще. Ну, пока автобусы. Кинетическая энергия. О, там смотри, там фура с бензом ехала. Бензак! Бензак? Не, почему? Какой бензак там? Вон бензак там везли. Надо ехать. Ехаем, давай, забираем. Ну это же этот, дорога ярости. Так, там нельзя. Там нельзя, так окей, здесь можно? Фига, ты там куда-то выбрал, не туда, походу. Не, нельзя. И мы отсюда выйдем? Я не знаю, за пресс передаем. Ишь ты. Ты понимаешь, что все это время твоя фура ехала за нами, потому что ее угнал другой коп, и он... Лол. Но я тебе не говорю. Господи, Лёва, ну что ты делаешь? Я не знаю, уточка. Зачем? Уточка? NPC моя фура. Он решил её дать на случай, если ты эту взорвёшь. Вот, на, держи, братку. Он как этот, как знаешь, кто меч-то носит. Меченосец. Меченосец, блин, фуроносец, блин. Как там на шоссе-то выйти? Я не знаю, я вот так вот. Вот. Просто нифига есть сторон дорогой. Ой, еще одна фура. Вот, короче, я вот эту забираю, Ален там. Я с тобой. Ты со мной давай, он фиолетовый. Меня убьют сейчас. Блин, как отсюда выехать? Не умирай!
Я постараюсь, но не факт. А, о, як. А, нет, не нашел. Як. Нам не надо было просто сворачивать оттуда, я тебе говорю. Нет, блин, вам нужны были автобусы. Во, все, нашел дорогу, давай, налево. Вертолет над нами. Во, а потом снова налево. А потом снова налево, и это будет хрен пойми вообще, что будет. Не, все правильно, там потом съезд на дорогу. Окей. Бум. Фига его так-то заносит. Так, а теперь что? Ну, теперь направо. Теперь направо, вон туда. С дороги, конь! По сравнению с автобусом, такой сразу маневренный, кажется. Да-да-да. Да, автобус так-то, мне кажется, намного маневренней. Ну-ка, если разгонится. Ни хрена! Зато там им зажимать полосы веселее, да? Угу. Вот так вот, просто во всю длину. Вот давай беленького, беленького, нормально, сейчас зажмем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Хорошо. Надо было еще один автобус. Наверное, не так нормально, он еще мусоровоз есть. Мотоциклист впереди! О, это наша заявка. Подожди меня, меня, меня! Жду! Тебе мух дичмал? Идем! Блин, ну давай, догоняем. Все, я его догонял, догнал! И вот сейчас вот пыжил шарак. Много дерьма происходит, мне кажется. Да, я видел некоторые такие. Я горю немного. О, господи. Я здесь ни при чем, меня тут вообще нет. Блин, как он может стрелять мимо него-то, ёб твою мать? Давай, ехай. Давай. Все, убили. Тебя убили, жесть. Да. Все. Какой-нибудь турбо на этот поставить бы. Потрачено. Короче, мы не доедем до конца, мы круг не сделаем, мне кажется. Так, ну мне-то надо это. Самая ужасная смерть просто, вот типа она настигла. Бедолага. Блин, мне же как-то до тебя добраться. Фура. Вот еще одна фура. Хочешь в фуру сесть? Или? Не. Нет, уверена? Я вот. Это не моя война, скажу. Это не моя война, реально. Вот, я вижу еще фуры. Вот здесь много фур, вот можно встретить вот эту. О, вот это была крутая. Черная? Нет, белая, за ней. Вот давай, за ней. Ее тебе дать? Не-не-не, я не сяду в эти фуры. Вот красненькая стоит, вот красненькая для девочки, нормально. Для девочки. Грязный сексист, не сяду я в твою красненькую фуру. Тут кто грязный, кто чистый. Размазала, размазюкала маленько. Ладно, я поехал. Так, ждите. Ждать, давай. Ожидайте. Ожидайте. Я, правда, еду все равно, как ни странно. Я не могу остановиться, движение — это жизнь. Если остановлюсь, я умру. Так что давай догоняй. Да догоню. Через дерьмо сейчас поеду. Да долбаный вертолет, упади ты уже. Так, я знаю, я развернусь. Вол, там уже самолеты летают. Истребители? А, ну это уже игроки. Это уже не очень. Их что-то до хрена. Может, они за этими, за вертолетами гоняются? Алёна, что ж ты не раньше-то не сказала? Смотри, какой едет классный-то, брёвна везёт. Погоди. О, нифига, вижу. Я гоню его. Зачем? Дайте два. Что он брёвна везёт. Едем. О, смотри, заблудившийся этот, спецназовец. Зря ты отстала. Ой, самолёт-то в натуре нам помогает, он вертолёт избивает. Нихрена себе. Чё мы тут устроили? О, ты понимаешь, что мы сейчас не сможем перейти в него? Мы устроили геноцид. Перейти? Так, ладно, давай, я перехожу. Я сейчас помогу. Это ты его, что ли? Ну да! Помог, блин! Помогальщик. Ой, все, меня убили. Собака! Сука! Помог, блин, помощник 228-322. Ой, господи. Ладно, я думаю, в принципе, это будет логическое завершение этого ролика, поэтому, ребятки, давайте подписывайтесь на каналчики, если вам понравилось, ставьте лайки, всем удачки и всем тортик. Уи! Окей! Как это было смачно.